Всем привет! Мы на городском этапе конкурса по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее». Как понятно из названия, сегодня в конкурсе будут принимать участие студенты. И их сегодня очень много. Давайте скорее с ними знакомиться. Студенты, безопасность, будущее, это городской этап. Из Академии связи. А что у вас тут происходит сейчас? Мандатная комиссия проходит. Мандатная комиссия. Угу. Хороший? Нет. Привет, вы откуда? Как дела вообще? БГТУ. БГТУ победит сегодня, нет? Конечно. Ребята, откуда вы? Мы из Белорусской государственной академии авиации. Это акцент какой-то у авиатора специальный. Белорусская, да? Конечно. Мы ж изведаем другие страны, так сказать. По-другому никак. И вы откуда, из какой команды? Белорусский государственный университет физической культуры. Язык сломаешь. Короче, вы спортсмены, да? Сегодня вы будете показывать какие-то спортивные результаты или креативные? Скорее всего, более креативные. Но спортивные тоже, надеюсь, будут. Очень сильно волнуемся, переживаем, хотим все красиво показать. Смотрите, у нас какие красивые костюмы. Все нарядные, все заряженные, все на позитиве. А вот и первый конкурсный этап. Он называется «Знатоки ОБЖ». Ребята сейчас решают тесты. 50 вопросов за 50 минут. Вы нечаянно уронили на пол ртутный градусник, который разбился. Какие действия будут правильными? И что, у тебя сомнения какие-то? Да нет, думаю пока что. Какой самый тяжелый? Сейчас давай подскажем тебе. Я сама. Все-таки умная девочка. Некрасиво. Давай выключим камеру, а потом подскажем. Нет, вы что, нельзя так. На каком вопросе уже? Мы по жеребьевке первые, и мы уже за кулисами. А это значит, что мы начинаем конкурс. Визитная карточка! Невероятное. Команды представляют свои вузы и рассказывают о безопасности жизнедеятельности. Конечно же, в разной форме. Смотрите, это просто удивительно. Ну
конкурс оказания первой помощи, в которой команды должны выполнить ситуационные задачи, выполняя все необходимые действия по оказанию первой помощи и подготовке к транспортировке пострадавшего. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Что я показала достаточно хороший результат. Мы все командой очень сильно старались. Мы максимально просто выжимали все свои соки, все свои силы, чтобы показать, на что мы способны. Вы ничего не знаете по медицине? Пришла в себя. Ну а сейчас за моей спиной происходит следующий конкурс ЧС техногенного характера. И мы видим, как студенты проходят первый этап этого конкурса. Давайте смотреть. Какие ощущения? Более-менее нормально. Ну, так себе, да? Не очень сложно, правильно? Не очень сложно, все прекрасно. Все супер!
понял? ВСУ! А вы какое место заняли? Первое! Ну что ж, этот был конкурс студии.